Так, ну мы тут вообще ебашим на все бабки, я вам говорю, 14 из 15, вообще бомба, бомба, просто пушечка, пушечка просто ебашит. Не достаю, слишком далеко. Сейчас, может, договорюсь с кем-то, может быть, пойдем в Дискорд. Тогда пауза. Ну, я, типа, так, недавно залетел. Недавно, да? Ну, до этого, там, что, просто классика, потом БК. Типа, немножко Shadowlands было. Совсем чуть-чуть, так, буквально, там поиграл, да, такое? Ну да, типа чисто гештальт, так сказать. А у меня так и же сам. Я понимаю. Блин, пошел. Прям да. Тарков играешь еще, нет? Да, я там. О, Тарков играешь. Я ж вижу, там совместный у нас сервер есть, Тарков. Я такой вижу, опачки. Опачки. Ну, есть пати, но надо этот. А у меня тоже пати есть в Таркове, там его куча, понимаешь, тоннами. Заходишь в какой-то там, в любой там, дистракт, допустим, или еще куда-то, кинотику. Не, у нас это там типа прям свое, типа. Ну, своя пачка, да? Да. Ну, типа мы не этот, сейчас не идем. Вайб? Mm-hmm. Я тоже жду. Я там чисто 20-й апнул, потом пошел в ХК играть. Долго играешь в Тарков? And that is unfortunate. Unfortunate for them. Ну как сложно. Новичок или старичок? Ну по скилу новичок. А в Таркове, да? Ты вообще так прямо? Ну типа. Молодой? Не супер пвпшер. Молодой горячий? Ну как молодой, типа как году в 19-м наверное купил. Я уже так не вспомню. Так, ну тут цепочка закончилась, нет? Или там еще какой-то квест был, я не помню. Он, а, есть, да, да, да. Есть, на голову какие-то. Головы надо сорвать. Кого-то. А, и подожди, ее отдать надо? Нет, нет. Надо выбить. Выбить, да, вон. Они же видны по этой. У тебя ежишь да, этот да, да, квесте. Да, да, да. Так, так ты где тут? А, вот я, да. Вот я. А ты на машине, понимаешь? Я на машине. На матовом еду. Я забыл уже, что стоит там обучение, что стоит собака. Во, какие собаки? Ну, волк, на котором ездит. Я не знаю, я потратил так, сколько там. Я не помню даже, сколько я потратил. Я давно в волка не заходил. А, вон. Я в ХК играю всегда, почти. Так, зашел, знаешь, я вижу новость, допустим, что количество опыта увеличено на ЛК. Там еще жетон добавили. Mm-hmm. Можно, ну, подписку покупать. Вот такой. И зашел, хочу, думаю, покачаться, что ли, возможно, да. Mm-hmm. Я купил еще Ultimate Edition, понимаешь, что это транспорт дали. Dragonflight у меня тоже на ультиме. Ну, короче, mm-hmm. на максимальном паке. Блин, что Dragonflight дорого. Дорого? Так там же была акция, понимаешь? Там да, норм. А я проспал. Это совсем недавно было. Ты проспал? Ну да. Типа, мне никто не сказал, я хотел. Ну, надо было как-то раньше познакомиться, я бы тебе сказал бы. Понимаю. Ну, на следующих скидонах. Блин, не знаю. Там ЛК даже, кстати, в скидоне было. Я его купил тоже по скидке. Я все по скидке покупал. У меня тут куча квестов надо сдать. Угу, я тоже что-то. Забытые пруды. Ну так очень долго, быстро прокачиваюсь. Очень быстро. С этим бустом 50% изи просто все подниматься. На ныре просто.
Где это? А ты не знаешь, до скольки вот эта акция продлится? Нет, не знаю. Понял. Да я еще сам удивился, типа. Я думал, так чисто просто, типа. Там, может, 10-20 левела дали, пока нет. А походу нет, походу на время просто. Мне кажется, еще месяц где-то, не? Вряд ли. Сапоги еще ты. Ну блин, за квест какой-то такой лоу-левельный, 2к опыта. Ахуй просто. Да, да. Yes. Это считай, смотри, если так под, ну, на мой уровень, допустим, брать какой-то квест, да, это получается по 2,5 берем, грубо говоря. Это 4 квеста и левел. Если у меня 22 и 4к опыта до 22. А че за прикол? Почему посох без дыма? Это как? Без дырок посох? Нет, без дэмэджа, то есть им нельзя бить. Не знаю, я не играл за таких персонажей. А я тоже, вот в этом-то и прикол. Обычно тоже там либо танк, либо рога какая-нибудь. Ну я за ХК воином играю, и тут за воина играю. Воин кайфово. Не, ну воин, знаешь, он такой, он самый тяжелый на ХК, на хардкоре это самый тяжелый класс. Я вообще не советую на ХК брать воина. Очень тяжело. Там все зависит от шмота. Если у тебя шмот говно, то ты будешь умирать. Лучше брать, допустим, если ты на ХК хочешь врываться, это мага, либо ханта, это тир 1. Так, что тут по квестам? Так, семена. Смотришь кого-то из блогеров? Там По Вову? Да, по Вову. Нет, по Вову нет. Ну, я вот смотрел видосы, типа, смотрел обзоры на Dragonflight, на мету, грубо говоря. Как тебе? Dragonflight, ну что-то говорят, типа норм. Ну, нормальный патч. Меня просто Shadowlands у меня прям задушило. Задушило прям? Да. Типа я даже, я докачался до 50-го, и все. Все? Я там что-то Covenant, что-то еще. Ну, значит, Вов это не твое, возможно, Тарков твое. Да, как сказать. Вот мне нравится в классике, бегаешься. Ну, в классику поностальгировать с друзьями можно. Вот это самое такое, знаешь. Если ты с друзьями раньше играл в какую-то классику еще, а там, седьмом, любых там годов, то да, то можно поностальгировать. Либо с одной жизнью, тоже интересно. Давайте сбежать. У тебя там уровень 16 или какой? Да, мне надо по-хорошему к этому. А, к учителю. Сенсей. Деньги есть? Да. А где твой сенсей? А его здесь, по-моему, нет. А я тут квестов набрал. Понабирал тут квесты? Да, у меня уже все взяты. Еще возьму последний last quest. Сейчас продам зеленку тут. Можно двигать. Так, ну я это вроде все продал. Блин, а тут еще один квест на время, вроде как. Я это его провалил. Это в Мулгор надо, да? А? Это в Мулгор надо. Это аптекарь Зама называется, да, квест. Да, да, это в Мулгор надо ехать. Это далеко? Ну, по пути. Подожди. Да, это 44 минуты, что ли, на него дается? Это. Ну, потому что, кстати, новички не сразу догадываются, как в Мулгор пройти. Тут же, по идее, просто надо вниз, потом, типа, вращение зайти налево. А кто-то думает, что можно просто от перекрестка налево пойти. И там, типа, в горах перепрыгнуть это все. Но так не работает. Поэтому 45 минут, чтоб ты успел. Так тут же можно быстрее пройти намного. А я не знаю. Типа, я вот просто вниз пошел и налево потом поворачиваю. Так, есть. У тебя есть квест «Заменить цвет»? Да мне кто-то призвал на поединок. Это ты призвал? Не. И отказаться. Там маг какой-то. Со мной 1v1 сыграть? Чернокнижник 20-го левела. И тут куй.
Тебе починить шмот надо? Не-не-не. Мне надо переплавку. Блин, а у меня еще заточка что ли не сделана? Я просто не могу понять тут. Тут так все по-разному. В классике тут и в ЛК это все по-разному, как-то оно все идет. Все очень непонятно. Ну там все по-английскому, понимаешь, я там все привык, а тут по-русскому. Так это где по-английски? По-английски, ну, там же официальный сервер, я же на Европе играю. Вот этот Waterlords или как он там. Там же всегда ХК происходит. На... В Руси Мегименте нету на серверков каких. Пойдем куда? The centaur Verog, the dervish, wanders the barrens and will be difficult to find. But he is based at the centaur command tent at the stagnant oasis to the southeast. It may be possible to draw him to you. Travel to the stagnant oasis to the southeast and attack centaur near the command tent. It will be dangerous. But if you can kill enough centaur, then they should raise an alarm. And Verog will come. Bring me his head. Нет, там квесты у меня. А, вот, есть, 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 все. Пошли туда. So the raptors did hide the silver at their lair. Ты мог туда бежать, я все равно на маунте, я тебя догнал бы. Perhaps the stories of their intelligence are not as far from the mark as I thought. Блин, мне Thank you, типа есть 10 голды, но не помню, не хватает или не хватает. And know that the что? На маунт. На маунт и обучение. Not bad, adventurer. Помни, честно, надо смотреть. A sharp kick from them can knock even a tauren on its haunches. It looks like you have some strength in you too. Так, подожди, вот тут у нас есть камень этот. Встреч. Это получается, можно, кстати, тут два квеста есть на подземелье, можем их забрать, видишь, да? А у меня пипишет уйла очень маленькая. Я 16-й же. 16-го. Да, ты посмотри на камень встреч, если он у тебя там. With Krennic's death, это в подземелье там. Это перед ним, по-моему. Да. Excellent work, my friend. Там такое, типа, стрёмно, да? Ну, такой легкий, лайтовый. У тебя по шмоту, кстати. Ты по данжам не ходил, да? Подземельем. Нет, еще. Я походил. Смотри, какой у меня этот даггер выпал. Меч. Процент 1762. Это очень редкая хуйня выпала. Я охуел просто. Итак, как это называется, который шмот показывает? Какой стоит собирать? My desire for revenge remains, I can at least smile, seeing that the Gurgors have felt ashamed of themselves. А, ну, не знаю, билды не знаю, надо смотреть. А ты знаешь по навыкам, что тебе нужно вкачивать правильно? Да, на этом. We must study this more. Your findings are incredible, adventurer. These oases hold properties that must come from an outside source, or perhaps an inside one. I want to know how these fissures are affecting the beasts who drink from the oases water. Hunt oasis snapjaws at the lush water and stagnant oases. Как тебя зовут, кстати? I have rendered the spores you gave me into an emulsion. Андрей. I must now send it to my associate, apothecary Zama. Я Алексей. She can offer you something from our stores and chemical goods. She is in the pools of. А что нам тут надо собрать? Там внутри пещеры эти тыкать собирать камни, не помню, что такое. А это внутри пещеры надо? Да, это до данжа. Я думал рядом где-то. Не-не. Я вспомнил, просто забыкающе. Что-то... Либо кто-то уже здесь был. Пока я ничего не наблюдаю. Тут просто как бы и врагов нет. В чем прикол? Да. Странно. Recently I studied a rare specimen of flora named Serpent Moon. I believe in greater quantities this herb. Unfortunately. A dangerous cave system located in the barrens. Ой, вижу. О, блин. В инвиде. Крыс. У нас крыса.
Вот он. Так, ты его забрал. Хорош. А тебе тоже надо, да? Мне, ну, я не знаю. Я в том плане, что... А, да, дали. Бежим. Мы же в пати вроде как. Угу. Вот. Да. Вот еще слева. Угу. Когда, кстати, вайп будет в старте? Я на вас спросил? Я сегодня смотрел видос этого Дундука. Повысил. Ну вот, да, он сказал, либо иди, либо... Блин, первый раз на хиле ты играешь, еще не объясняю. Ты первый раз играешь? Не, на хиле, я говорю, я раньше, типа, либо танк, либо ДД был. Понял. Да ничего страшного. Как бы мы ж тут не киберспорт у нас, мы просто так чилим, отдыхаем, общаемся. Все. Да, да. Без рейджа и мата там, как говорится. Не, ну, в принципе, можно. Да, понятно. Нам будет легко найти, допустим, данж. Или Ромала, что-то. Да. Вот это хорошо, это импакт ты создал хороший. Жизнь, блин, заспаунился, конечно. Так, цветочек. Пажи. Нету? Нету. А что жрец делает? Я не могу понять, вот в каком смысл класса. Я ни разу просто не играл на нем. Я говорю, это же я прекрасно сидел, в принципе. Жрец. Понял. Да типа чё, я щиты накладываю. Типа, на защиту чисто. Как сам. А, это дух, да? У него же там основной этот... Специальность вроде дух, нет? Чё за спой? Боже, надо тебе? Не. Я не откажусь, нажму. Я тоже нажал. Помню, упали, да. А, так. Вообще от меня требуется, чтобы я типа хилил и щиты накладывал вот эти. Все. Подожди, пошли туда, в ту сторону, потому что мы там были. Мы в сам данж пойдем сейчас или потом? Как захочешь. Можем квесты взять и пойти по данжу, допустим. Ну, встать в очередь, допустим, и пойти по заданиям. Ну, другим основным каким-то. Не, давай сейчас вот этот квест с цветами я не выполню. Вон там пацаны бегают, я видел их. Вижу там. Нет, о, вижу их. Угу, блин, пачки нет. У, такое. Забирай. Вон, сколько их, трое? Жесть, там пятеро или сколько? Трое. Нет, вон еще. Вот. Ука, ДК 80-й. А чё они тут забыли? Они качают. А, они качают чел. Наверное, ДК. Качают, да. Это фарм, наверное. А я слышу, как он бегает по воде, не понял. Такие же этот заклинания. А есть? Там либо заклинание, либо напиток. Вон цветок пропустил, смотри. Я уберу. Да. Опять работа. Фигово, ну. Типа, это нам учиться 20 надо. 20? А у меня только один. Я тоже один, ну, да, этого? Ну, нет, у меня не один, у меня 4 уже. А, видишь, у тебя 4 из 10, у меня 1 из 10, так, там же пишет. Я-то думал, типа, у каждого, типа, свой цветок, а они, типа, нет. Общий. Нет? Это надо каждому собирать? Да. Я говорю, нам, в общем, ну, уже не нравится, конечно, сколько. 15. Опять работа. Блин. Конец. Нужно больше ярости. Сейчас вход в подземелье будет, я так понимаю. Да. И они сейчас пойдут качаться. Ты
Что такое? А, видимо, на кого-то другого цель перекинул. Не помочь? Слишком далеко. Не. Ну, опыт дают нам. Что такое? Пополам или вообще как-то? Как оно там суммируется, не знаешь? Не помню. Опять работа? Понял. Да и как-то без разницы, на самом деле. Дают и дают. Понял. Да. Обидно, конечно, что он тебе десят. Угу. Вон, лежит. Бери. Так. Опять работа. Это что такое? А, динозавр. Убивай мне. Будем трогать. Не, пока не надо. Там еще должны быть квесты, потому что надо вот эту жижу и там что-то такое вот этих вот амурных. Это потом? Это как... Да, вроде потом. По цепочке, да, оно идет там? Я уже не вспомню. Либо мы просто не видели того, кто этот квест дает, либо... Опять либо этого квеста нет на самом деле. Хотя вроде что-то было такое. Ну как тебе вообще Вова? Можешь рассказать в двух словах, как он тебе? Мне нравится. Нравится тебе. Вов, да. Это жизнь или не в жизнь? Сложный вопрос. Значит, наполовину ты вовер. Ну да, да. Наполовину, да. Ну, и стилистика, и сама игра нравится, да? Так в игру. В чертах таких. Да. А чем нравится, чем тебя так захватила прям игра эта? Это что-то игра детства. Потому что я очень сильно хотел в свое время попробовать. Вов? Возможности. Да. А ты раньше не играл, допустим, там? ПЛК старый еще там. Ну, только из-за плеча смотрел. И все? А ну ты Warcraft 3 хотя бы играл в детстве? Нет, ты не играл, конечно. Ну только не этот, не онлайн, просто сюжет проходил. Че? Не. Пуля был, то. Вон цветок забирай уже. Я сейчас отойду, налью себе что-то.
скорости недостаточно. Опять работа. Это будет на выход. Я понял, понял. Кто ты там освободился? Ну, типа. Не. Да я так не занят. Сходят. Люди ходят? Угу. У тебя там люди ходят? Свои. Чего? Да мать ходит. А. Порядки дома. Понял. Но это святое, как. Да. Это нужно. Да. А, тут что-то тоже чай кончился. Попить. Не, энергетика. Не, ну все в детстве играли же в Warcraft. Чё? Чё ты спрашивал? Говори. Все же в детстве играли в Warcraft 3, да. Потом, когда Warcraft 3 вышел, играли все с дисков. И потом уже ЛК. Как бы Лич Кинг. У меня так в школе было, когда я в школе был. В 8 классе, в 9 уже. Все шумиха такая была про ЛК. Я как будто тоже, типа, у кого видел, они, по-моему, с ЛК все начинали. Да. С детства. Не знаю таких вообще людей, не встречал, что, допустим, на классике играли еще где-то там. Тебе не мешает там, что я нажимаю клавиши? Не слышно или слышно? Не, нормально. Если слышно, то скажи, то я на кнопку поставлю. Да, не, вообще пофиг. Это главное, что это не в моей комнате. Мне нужна цель. Подожди, с него еще квестовые это что ли падают? Не. Не квестовые. Не квестовые шкуры. Что не заспавнилось? А вон вижу цветок. Увижу его. У меня нет цели. Мне еще надо, блин, плагин настроить. Плагин. Аддон. Плагин? Ну, аддон. Который на этот. Как называется-то? Урсфорж? Нет, хил-бот, короче. Там типа группа показана. И типа можно кастом. Кастом, так ты скачай этот, LVE. Или как его там? А он что дает? Он все меняет. А, вот интерфейс просто? Интерфейс и всякие вот это, какие шмотки лучше. Сейчас я демку включу, покажу. Просто чекни просто. Какой-то Вовочка еще. Видно? Или нет? Не, не видно. Вот сейчас видно. Да, видно. Видно? Вот посмотри, как оно все поменяло. Угу, ну я понял. Это какой? Еще раз скажи. ЭВУИ. Где? В курсе Форжа. Не, в курс Форжа его нету. Нету? По-моему, и был. Нет, нету. Это не тот. Ты его так не поставишь через курс Форж. Там надо писать LVE в гугле, переходить на официальный сайт. Я тебе могу скинуть ссылочку. С официального сайта. Если тебе нужно, я сейчас тебе скину тогда. А ты потом как-то, если будет время, то поставишь. Угу. Там быстро, там просто перекидываешь эти 3 файла, их разархивируешь и ставишь.
Архивируешь, потом кидаешь туда, там где аддонс у тебя, кидаешь вот эти все, и потом уже себе меняешь. А, я могу тебе еще ссылку дать, чтобы, допустим, как у меня было. Просто там копируешь ссылку, допустим, в LVE. Сейчас я тебе покажу демку просто, еще раз включу. Допустим, смотри. Где тут? Плагин, допустим, или не? Профиль, профиль. Блять, а че он закрылся? Не, вот. Показывает. Показывает, показывает? Да, да. Вот, смотри, экспортировать или импортировать, ага, я не помню. Ага, ага. Что-то из этого нажимаешь, допустим? Экспорт. А, вот, экспорт. Импорт. Вот сюда нажимаешь, Ctrl-C там делаешь, или Ctrl-V там, да, такое. Да, да, я знаю. Вставляешь, импортировать нажимаешь, и у тебя сразу вот так все происходит. Идеально. Очень классно, я с ним постоянно играю. Карты вот такой охуенный просто, бомба. Просто хилбот, он типа позволяет, типа то, что вот эти всякие бафы, которые длительные, он сам их накидывает, кого встречает. А потом чё? Потом, типа, мне не нужно выбирать цель. Ага. Типа похилять, например, или там щит накинуть. А я просто вот на этом... Как называется-то, блин? Короче, где группа отображается, mm-hmm. там... Типа либо просто левую, либо среднюю, либо правую кнопку нажимаю. Типа он сам и цель выбирает, и дает как он. Спел прожимает, короче, на сейве. Так, цветы. Мне осталось 4, по-моему. А те 4 мне. А нет, мне 3 осталось. И мне 4. Да не вижу их вообще. Угу. Ну либо собрали, либо собрали. Вряд ли кто-то собрал. Да пускай где-то сюда. Так, ну то. Вон цвет. Опять работа. Надо, наверное, это, да, топать к выходу. Наверное, там переспаунились уже. Возможно.